Сегодня в рубрике «Спецрепортаж» Бренда снова поведает нам новые факты о таинственной Юрика Омеге. Бренда? Спасибо, Тед. Вы, должно быть, уже слышали историю о Юрика Омеге, таинственной японской девушке, обладающей сверхспособностями. Во время войны солдаты Альянса говорили, что она могла уничтожить взвод одной лишь силой мысли. Кто же эта девушка? Откуда она появилась? И как ей удалось развить в себе столь серьезные способности? Ее биография скрыта покровом тайны. По некоторым источникам ее зовут Юрика Мацуи, тогда как Омега — лишь псевдоним, используемый военными. Согласно тем же источникам, она родилась в небольшом приморском городке Танабе и уже с самого детства начала проявлять сверхспособности. Похоже, что из-за этих способностей она не могла нормально общаться со сверстниками. Когда правительство узнало о ее возможностях, девушку забрали в научно-исследовательский центр Сиро, где главврачом был доктор Синдзи Симада. Он широко известен своими работами в области парапсихологии. Что исследователи в Сиро сделали с этой маленькой, одинокой девушкой? Этого мы никогда не узнаем, но как бы там ни было, она изменилась навсегда. Юрика, проснись! Ты должна выбраться отсюда! Это я, Идзуми, твоя сестра. Слушай меня внимательно. Ты не представляешь, какой сильной можешь быть, Юрика. Применяй свои способности, и они будут улучшаться. Познай себя. Найди секретные файлы. Она покинула камеру! Мне нужно было использовать пси-атаку. Огонь на подавление! Когда я овладела подавлением воли, окружающие стали относиться ко мне гораздо вежливее. Их воля слаба. Ты легко заставишь их сражаться за тебя. Да, они прикроют тебя. Вижу, ты возишься с компьютером. Умница, Юрико. Я доктор Симада. Не покидай камеру. Это очень опасно. Вернись, Юрико. Тебя могут покалечить. Результаты моей работы с кинетическим щитом. Если бы они ожидали, что я смогу отражать огонь, они не стали бы в меня стрелять.
Теперь ты можешь прикрыться щитом. Он отразит огонь во врагов. От этой рухляди. Причиной доброй дюжины несчастных случаев. Ты можешь швырять врагов и вещи. Разрушь это место. Сначала подниму, а потом брошу.
Отправьте Железного Ронина! Сильнее, чем мы предполагали. В компьютерах новые сведения о себе, я обретаю ту силу, которую пытались подавить мои пленители. Ха!
Теперь им с тобой не справиться. Выбирайся. Выбирайся на свободу. Теперь нужно выбираться отсюда. Солдаты, вернуть девчонку в камеру. Прошу! Стой! Ты не можешь просто взять и уйти. Знаю, ты растеряна. Я могу все объяснить. Солдаты, вернуть девчонку в камеру.
Необходимо найти травмпункт. Не надо! Мы не хотим тебе зла. Мы хотим помочь тебе. Осторожнее с ней, дуболом! Я сказал схватить, а не убивать! Попалась!
Сопротивление бесполезно! Ты окружена! Именем Императора ты арестована! Извини, Юрико, но по-другому нельзя. Зачем ты пошла против меня? Я не мог иначе поступить. Вы смотрите продолжение репортажа о Юрико Омеге. Во время войны она состояла на службе имперских вооруженных сил. Благодаря своим способностям, Юрико считалась самым опасным оружием Японии. Все кончилось во время захвата Токио войсками Альянса. Юрико нашли без сознания, под обломками дворца императора, и взяли под стражу. После депортации на Запад, она содержалась в одиночной камере сверхсекретного комплекса где-то в джунглях Гуама.